Так, 25 апреля 2021 год, Харьков. Луна садится за горизонт, к сожалению, это единственный будет дубль с Луной на сегодня. Она уже низко к горизонту. И снимать я далее буду Сатурн с Юпитером. Ветер сильный, еще утренний поднимается. Да, надо прятаться. Посмотрим сейчас на Юпитер и Сатурн, как они нам доступны на данный момент. Так, вот вижу, поймал Юпитер. Эти ребята как раз только поднимаются над горизонтом. И с каждой минутой их будет видно все лучше. Они будут подниматься в менее плотные слои атмосферы Земли. Ну, то есть, не они подниматься, конечно. А мы на них будем смотреть через менее плотные слои атмосферы земной. Так, сколько же у нас времени? До Юпитера 4.14 по Киеву, Харькова. И в 4.26 будет пролетать МКС. В двух угловых градусах от Юпитера. И рядом с Сатурном, на Сатурн, наверное, сейчас не попаду. Хорошо, будем считать, это был дубль с Луной. Даже у Юпитера еще полос не видно. Ты посмотри, что значит цветочувствительности нет. Ну хорошо, не будем.